Преодоление высоты – это всегда интересно, однако занятие это не из простых, особенно на роликах. Существует две популярные техники прыжка через планку. Мы рассмотрим ту, которая требует меньше времени для изучения. Для начала вам понадобится планка со стойками или сигнальная лента. Перед тренировкой разомнитесь и приседайте. Ставим планку на уровне 20-30 см и, набрав небольшую скорость, пытаемся прыгнуть через нее. Важно выталкиваться вертикально вверх. После разогрева ставьте высоту побольше. При прыжке поднимайте ноги в бок, как при выполнении mute grab. Можете потренировать складку на месте, приседая и заваливая колени на бок. Поджимать ноги нужно не сразу после отрыва от покрытия, а перед достижением наивысшей точки. В полете тяните корпус и руки в сторону согнутых ног. Когда вы поймаете этот момент, останется работа над высотой выпрыжки и качеством складки. Не забываем делать взмах руками во время прыжка. Его правильное выполнение значительно увеличит результат.